Привет! Получила сегодня уведомление о том, что мне пришла посылка на почту, сбегала счастливая, развлечение хоть какое-то. Посылка с Beauty Bay. У меня заканчивается так постепенно косметика. Я себе обновление делаю. Прежде чем купить косметику, я пересмотрю миллион видео ютуберов, которые рекомендуют какие-то бренды. Вот, и обычно, когда я иду в магазин, то покупаю абсолютно другие вещи, которыми я потом недовольна. Мне очень нравится смотреть блогера, зовут его Марк Кауфман, и, значит, почему-то я ему верю. И он посоветовал купить на Beauty Bay отдельный такой бренд, который называется... Я забыла, как он называется. В общем, сейчас покажу. Потому что якобы очень хороший, полезный, и он им доволен. Возможно, это какая-то нативная реклама, но я поверила. Вот. И, значит, сегодня мне пришла посылка. Выглядит прикольненько. Ой, самое смешное то, что, думая, я получу посылку, сниму быстренько видео. Не буду краситься в пижаме. У меня пропадает крем. У меня BB-крем куплен Herborian, и у него срок годности 6 месяцев, а тут как бы никуда не ходишь, и я перестала пользоваться совершенно. Думаю, ладно, чуть-чуть накрашусь, чтобы это жалко пропадает. Кстати, очень хороший крем, у меня кожа вообще безумно проблемная, склонная к жирности, куча высыпаний у меня всегда, чуть что не так, у меня все на лице сразу видно, и от этого крема никаких комедонов, ничего нет. Единственный минус, он окисляется на лице, и он очень часто отличается от цвета шеи. Ну, как бы, прощаю то, что у меня нет на него высыпаний, никакой реакции аллергической, и прекрасно. У него защита, по-моему, 15 SPF, и как бы маловато, можно и побольше. Так вот. Такая накрасилась тональником, думаю, ладно, тогда еще и накрашу реснички, тогда и переоденусь, тогда и сережки надену, тогда и волосы не просто высушу, а вот в такие штуки заплету. В итоге я готова полностью к видео. Пошуршим. Бренд американский, называется Mario Badescu. Стоит... Сейчас там распродажа, доставка в Швецию была вообще бесплатна, поэтому, в принципе, я неплохо достаточно купила. Значит, 288 крон стоит вот этот набор, расскажу, что включает в себя, и 76 крон вот этот спрей. Вот, и доставка бесплатная в Швецию, не знаю, как в России. Значит, это спрей с огурцом, с алоэ, огурцом и зеленым чаем. Значит, что пишут на нем? Во-первых, подходит для всех типов кожи. Можно использовать до мейкапа и после мейкапа как фиксирующий спрей. Интересно. У меня вообще для фиксации я использую спрей NYX. Причем, знаете, я первый раз его купила, он мне очень понравился. Я подумала, что это такая крутая штука, и я без нее теперь жить не могу. После того, как он закончился, я купила повторный, и почему-то второй раз мне он уже не нравится. То есть, возможно, потому что сезон изменился, и... Ничего он не фиксирует сейчас на моем лице. Вот. Значит, вот этот спрей, который освежает, увлажняет и с антиоксидантным действием. И вот этот наборчик, я думала, если честно, он будет больше. Ну, это ладно. Это, знаете, наверное, как такая travel-версия. Тоже спрей с алоэ, травами и розовой водичкой. Состав, то есть в составе реально ничего лишнего, только натуральные ингредиенты. Ну, также на шею, на лицо дает наполнение кожи и увлажняет. Ну, если честно, этот набор был по акции, поэтому я его взяла, поэтому у меня два спрея. Ну, я спреями люблю пользоваться, у меня быстро они заканчиваются. Это пудра для Т-зоны, которая снимает жирный блеск. Подходит для всех типов кожи. В общем, такая маленькая версия. Она бесцветная. Я говорила, что у меня кожа склонная к жирности, поэтому мне нужны всякие такие пудры. Вот. И тоже для всех типов кожи. Вот я, кстати, немножко не люблю вот эту надпись для всех типов кожи, потому что, ну, мне кажется, это невозможно, чтобы косметика подходила для всех.
Кстати, у всех, у всей этой косметики срок 24 месяца, срок годности. Ну, неплохо, потому что, например, вот я говорила, у Herborian 6 месяцев, и я еще отхватила такой большой тюбик от души. Больше не буду так много покупать. Значит, это сыворотка с керамидами под крем. Можно использовать утром и вечером на ночь. В общем, не много чего купила, но, тем не менее, есть чем порадовать себя. Поэтому я попробую и расскажу, действительно ли они настолько хороши, или я повелась на очередную рекламу.